За звание лучших в профессии борются 27 представителей санаторно-курортной отрасли и потребительской сферы. Повара, кондитеры, официанты, мастера по карвингу, горничные и медицинские работники. В первом туре участники конкурса отвечают на вопросы теста, демонстрируя знания по специальности. Время на задание – 1 час. Первой с ним справилась Ксения Конева. Девушка уже год работает горничной в центре реабилитации «Кристалл». Хочет стать лучше в своей номинации. Одна из самых важных, наверное, такая профессия горничная. Чтобы все было чисто, аккуратно, уютно. Все вопросы, они, то есть, ну, в работе встречаются каждый день, поэтому их в любом случае знаешь. В состав жюри вошли представители администрации, предприятий потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса, туристического бизнеса. 28 мая в санатории «Старинная Анапа» пройдет второй этап конкурса. Он предполагает практическую часть. Мы придумали эту программу для того, чтобы поднять имидж нашего курорта, привлечь туристов в наш регион. Для того, чтобы привлечь также наших жителей города к этим профессиям, к этим специальностям, чтобы повысился интерес в сфере обслуживания. По итогам второго тура определятся победители в 7 номинациях. Чествовать лучших по профессии будут в день открытия курортного сезона в Анапе.